Не надо меня снимать, пожалуйста. Видишь логотип? Вместо розочки набьешь на руку себе? По-моему, красиво. Вот это уже похоже на правду. Что такое? Какая комната? Лаунж? Лаунж? Или лаунж? Я думаю, что вы по-русски говорите. Ну, мы так называем просто. А как по-русски? Комната отдыха, я не знаю. У вас будет 40 минут отдыхать. Ярик, респект. Все. Да я пил воду из этого святого рудника, я не попил на А, будь проклят тот день, когда кто-то решил взять это чудище из Николаева в команду. Так я сам написал. Привет. Что просто? Не, мне понравился это. Ой, я угадал-то лет. Куда идти-то? О, пошли сюда. Спонсор. Спонсор нашего спецвыпуска Omen by HP, без которого этот выпуск просто бы никак не... Да. Окей. Привет, с вами я. Сегодня мы попробуем найти вход на арену. О, да, this way, sorry. It's fine, man, no problem. В смысле упадет? Да он легкий, алло. Давай, парни! 即将为您带来的是 Invictus Gaming 对阵 Team Empire。Аналитика пиков. Плохо. Мы отдали Тинкера, а Айджи на Тинкере очень сильный. Ничего не взяли, чтобы его поймать. Плюс Василия против Кентавра хорошо стоит. Твои прогнозы? Против Тинкера ничего не взяли, поэтому проблем, мне кажется, будет. Прям вот не представляю, как надо сыграть, чтобы Тинкер при этом не напрягал. А он заберет какой-нибудь Аганим, будет давать мисы Мортретки или Тинкларки. Неприятно, короче. После Даггера Тинкера нечем ловить. Практически. Этот ноутбук пропатчен процессорами нового поколения от Intel. Кто у нас? Кем являешься? Аналитик. Что скажешь? Ну, плохо проанализировал эту игру, поэтому проиграли. Так. Берешь на себя всю ответственность? Что вы сможете еще сказать по этому поводу? Ну все, вину беру полностью на себя, надо. То есть, вы виноваты, да? Да. Как так? Ну так, вот сказал Тинкера во второй стадии банить, а его взяли на первой стадии. Ну как так-то, вот как так-то? Ну как, я смотрел пики, думаю, надо во второй стадии Тинкера банить. А тут бах, и он в первый залетает, так вот наш пик не подходит. Hello. Yeah. My boyfriend is your super fast. He wants you. Ah, just one sign. He wants sign your name. Could you please help yeah, me? Yeah, yeah, of course. Because tomorrow is his birthday. He wants. I want to give him the super surprise. I can. Yeah. Thank you very much. Да, да, специально. With this guy. Yeah, you are so. Yeah, yeah. Давай, 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 друг, я поддержу. Давай. Что сделать-то? Не знаю.
Yeah. О. Пиши, пиши вот так. Все просто. Написать? Вниз. Не, просто. А, вниз. Все, я понял. Я напишу. Понял. Вообще-то я не филоню. У меня параллельно еще видос рендерится. Так что дай мне поиграть. Как там? Пук. Пукати. Пукати. Да, это скажи спасибо. Сайт. А, нет. Тихе. Пукати. Это пожалуйста, или? Пукати. Нет, да. Нет, надо с интонацией. Пукати. Букути. Пукати. Букути. Я говорю правильно, или он? Нет. Пукати. Букути. 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 Только самые талантливые из нас. Покути! Снимай, Горянова. Привет. Ты кто у нас? Привет. Давай, Ребята. Наша звездочка. Да, я уже тоже снимал. Смотри, видишь, здесь я написал красиво. Хейте дурны. Я только что поделился. Фром, да. Кингер 666. Все будет хорошо. Это же по-китайски цифры много. Да. Всегда все бывало хорошо, и сейчас будет хорошо. Еще лучше. И еще лучше. Он, капитан говорит, что все будет хорошо, значит все будет хорошо. Конечно. Как иначе? А дети бабушки? Бывали времена и похуже. Сейчас мы переживаем не самые плохие времена, но и не самые хорошие. Поэтому все будет хорошо. Ну что, парни, в первой игре немножечко нас прочитали, аутдрафнули, ну, реально по пику проиграли. Не ожидали Тинкера увидеть на закрывающий пик и проиграли, не знали, что делать. На второй вроде подсобрались, взяли хороших для нас героев наших и, соответственно, дали уже сдачу. Но в третьей такая была легкая импровизация, назовем это так. Тяжелая импровизация. Все-таки, что эти все китайцы и остальные, там 0% финрейта Бадона, что они его берут и проигрывают, давайте мы покажем, как надо. Но взяли, немножко не получилось показать, как надо. Еще и некролиты добрали, с которым не особо много играли реально. Ну, не особо много подразумевается, вообще немного. Уточнять не буду, просто немного. Ну, мы старались. Просто.